Вот это Берлинский парк. Огромный по площади, чистый, аккуратный. Вот такой подход сделан. Да, красота. О. Пойдем по тропинке, ну какое дерево. Вон там впереди детская площадка. Здесь столько зайцев бегает. Рыбы, правда, не видно. Утки плавают. Цапли. Вон спортсмены бегают. И вот вокруг жилые дома. Видимо, элитные. Дерево памяти Майкла Джексона, наверное. Надо же. Берлинский парк. Да, хорошая сегодня погода. Очень красиво. Пробивается зеленая трава. Вон люди с собачками гуляют. Да, спокойная немецкая жизнь. Ну а мы идем дальше. Скворец.
Вот такие вот стоят велосипеды. Можно подходить, брать и ездить за плату. Я не знаю, правда, как оплачивается, но по всему городу вот так вот стоят. Интересно, что это за сооружение такое? Огромное. Технический университет Берлина. Вот сюда и надо поступать. Mercedes-Benz. Я не знаю, завод это или что-либо еще. Напротив него находится немецкий технический университет. По одну и по другую сторону корпуса. Вот это, скорее всего, общежитие. Очень красиво. Немецкий эвакуатор. Ну, так вот работает. Этот монумент находится напротив вот этой вот стеллы, напротив того парка, где я только что был. Либо в этом, либо в одном из следующих видео покажу. Это вот Бисмарк. Так, сейчас был такой кортеж интересный, кого-то везли, может быть, Ангелу Меркель везли, я не знаю. Так, здесь то ли Бунденстаг, то ли Рейхстаг, не знаю, но, в общем, сейчас посмотрим. Вон Бранденбургские ворота впереди. Сейчас все заснимем, посмотрим. Ну, тут везде кругом парки. Кстати, он как-то красный. Кругом спортсмены, все бегают. Так, ладно. Так, итак, смотрим. Что это у нас здесь? Монумент советскому солдату. Сейчас пойдем вон туда.
Рейхстаг сбоку. Огромное здание, очень красивое. Вот еще смотрите, что нашел. Прямо напротив Рейхстага. Вот это здание. Я думаю, озеро какое-то, а это канал. Или не канал, что это? Вон лебеди плавают. Очень красиво. Сейчас подойдем поближе. Не знаю, что это, но вот эти здания прям вообще потрясающе красивые. Все под стеклом. Давайте посмотрите. А вот люди идут. Ну-ка, пройдемся. Кафешка. Люди ездят. Да, красота. Так, ну ладно, дальше не пойдем, наверное. Идем дальше. И почти весь город вот такой вот брусчатки. Все уложено камнем. Такая архитектура интересная, тоже стекло в основном. И кругом велосипеды, зеленый транспорт. А это вот берлинский туалет Дикси. Прям разбросаны по всему городу будки. Ни разу в них не заходил.